Люда, привет. Привет. Да, ты уже не первый раз в йога-туре, ну, в моем, по крайней мере. И второй, да. Расскажи, какие у тебя впечатления об Осетии? Впечатления об Осетии не описать словами. Ну, фотографии частично передадут вот эти просторы. Воздух жалко нельзя передать. Воздух просто не надышишься. Ну что тебе запомнилось? Вот что мы неделю тут почти были. А запомнилось много чего на самом деле. Прогулка на лошадях очень запомнилась по горам. Прогулка ножками к водопадам. И прогулка, куда мы ходили, кроме водопадов? На ледник. На ледник. Ага. Вот, на ледник тоже. Вот. Ну, занятия, может быть. Занятия. Здесь не только асаны, но еще такая работа с энергиями, с потоками энергии. Начинаешь больше чувствовать, ощущать и тело лучше. И энергетику, которая отовсюду. А и... скажи, ну помогало вот, именно занятия, помогали чувствовать природу, окружение? Конечно, то есть... помогали. То есть глубже погружаешься. Ну и какой-то, может быть, совет для тех, кто собирается или думает поехать в какой-нибудь... Совет один. Отбросить думы, переместить внимание в сердце, а сердце подскажет. Сердце все подскажет. Сердце все подскажет. Да, слушайте свое сердце, занимайтесь йогой, развивайтесь. Все, спасибо, дорогая. Тебе спасибо, Сереж. Обнимашки.